Сколько трупов? 5. Я такого никогда не видел. Тот, кто наблюдает, проливает не меньше крови, чем тот, кто наносит удар. Это послание. Нам. Лондон, 1890 год. В народе уже ходит миф, что за этими убийствами стоит мистический голем. Монстр в обличии человека, оживленный каббалистами. Нам нужно проникнуть в его психологию, чтобы это понять. От сценариста «Кингсман», «Секретная служба» и «Женщина в черном». Представляю вам мистера Дэна Лено! Представление продолжается! Как тебя зовут? Лиззи, сэр. Иди сюда, затяни корсет. Голем! Кто станет его следующей жертвой? Ты как будто другой человек. Ты что-то скрываешь? Сохранишь мой секрет, и я сохраню твой. От продюсера «Интервью с вампиром». Мы называем их убийство «Лаймхаус Голема». Если мы докажем, что ваш муж убийца, вас могут отпустить. Охотясь за убийцей. Сколько еще людей умрет, прежде чем вы поймаете голема? Только обвиняемая женщина. Я слышала, как мистер Кри говорил перед смертью. Ты дьявол, это ты сделал. Это все равно, что лично накинуть мне петлю на шею. Сможет раскрыть тайну. Голем все еще на свободе. Пока я трачу время, люди умирают. Я не могу рассказать вам то, чего не знаю. Расскажите, что знаете. Убийца посягает на главные символы этого города. Еврей. Блудница. Это жертвоприношение в лабиринтах Лондона. Каждый под подозрением. Кто знает, на что способен любой из людей? Мы все носим маски. И никто. К чему эти игры, Лиззи? Почему вы не признаете, что знали или хотя бы догадывались, кем он стал? Это игра, которую вы затеяли. Не невинен, как кажется. Вы нашли лаймхаусского голема? Вообще-то, нашел. Голем. Стойте! Стойте!